Студия «Позитив» представляет. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Городок, алло, вторая кабина. Алло! Алло, городок! Алло, городок! Алло, 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 это Петербург! Петербург! Алло! Городок, алло, городок! Алло! Алло, городок! Алло! 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 Ну что за связь такая? Лёшка, ну что? С вас 17 рублей. Ну я ж не говорил. Говорили на 17 рублей. Но они ж меня не слышали. Зато я вас слышал, вы говорили 3 минуты. Я говорил? Вы говорили. Да что я говорил? Что вы говорили? Алло, городок, алло, алло, городок. 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 Алло. Проверочка. Алло, Господи, городок. Да что за связь с этим городком? Алло. 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 Алло, городок. Алло. 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 Ты не мешай, ты с городком разговариваешь. Это не городок, алло. Господи, алло. Боже мой. Это же я, дружище. Получай заявочки на ремонт на весь день, пожалуйста. Что это? Заявочки на ремонт на весь день, пожалуйста. И что, это всего-то кучу нам выполнять? А зачем? Надо? Господи, боже мой, мы сыграем в лототрон. Будем тянуть 6 из 2049. Давай, тяни. Господи, боже мой. Ну вот, заявочка из милиции. Господи, боже мой. Пишут, что к ним телефонный хулиган звонит каждый день и говорит, что подложил бомбу. Спрашивают, как поймать. Да что же, господи, боже мой, у них нет телефона с определителем номера. Ну так вот они пишут, что он из телефона автомата звонит. Да, господи, боже мой, что за проблема, если на весь город один работающий телефонный автомат? Господи, боже мой. А, мама, ты будешь говорить или нет? Мама, я не знаю ничего. Я не делал. Скажи. Нет. Скажи. Я не дети. Скажи. Ай, больно. Скажи. Больно. Скажи, говорю. Ой, ух ты, сволочь. Паразит. Что за концерт у тебя там, Петрович? Мельченко, слушай, хорошо, что пришел. Заколебал. Слушай, ну давай, давай. Давай, я выйду, а ты продолжи допрос, а? Мельченко, давай, по схемочке. Я злой следователь, а ты добрый. Ну. А, что это? Как это, я добрый? Ну, надо же удержать, ну. Ну, как я не знаю? Как? Ну как, ну как, ну добрый ты, ну добрый. А как это? Ну как, ну я узнаю как, ну как. Ну вот, дай ему закурить. Вот, закурить дал, поговорил, там то все, драли-вали, ну расколется. Я тебе говорю, у тебя сигаретка есть? Да есть у меня сигареты. Мельченко, давай, я через полчасика вернусь. Не, ну Петрович, ну что ты меня ставишь? Все, будет сигаретка. Да есть, есть, хорошо, да, мы... Петрович, я... Добрый. Добрый, добрый. Да. Ай, больно! Петрович! Я требую, чтобы вернулся Петрович! Ай, больно! Петрович! Больно! Где Петрович? Я требую Петровича! Петрович! Мельниченко! Что здесь творится? Так, не выходит же, что у меня ничего с этим подследственным. Не выходит? Я тебе что сказал? Я тебе сказал, что ты добрый. Я тебе сказал, поболтайте, покурите. Ты ему сигарету предлагал или нет? Да, Петрович, предлагал же я ему сигарету. Угу. А он говорит, что он не курит. Падла, последний раз спрашиваю, курить будешь или не будешь ты курить у меня? Слушай, а что мы делаем? Да, господи, боже мой, хочу свою пару перебросить на другого, временно. А, так ты свой домашний телефон хочешь переключить? А зачем? Да, господи, боже мой, дружок у меня живет в Австралии. Хочу позвонить, поговорить с ним, господи, боже мой, часика 3-4. Интересно. Это что, значит, ты будешь говорить, а оплатить будет другой, так что ли? Вот именно, оплатить будет другой. Мне жена сегодня выдала. Говорит, господи, боже мой, у меня другой есть. И богаче тебя. Ну, господи, боже мой, пусть другой и платит. Сволочь такая, а! Гитарочку, небось, с ним песенки она пела. Ох, паразитка, ничего, шмутки ей покупал всего.
Все, у вас двери открыты. Стёпа, что случилось? Стёпочка! Держи, Степан! Стёпа, я сейчас... Сейчас я тебе помогу, Стёпа, держись, брат! Стёпочка! Держись! Стёпа, я бегу, бегу! Стёпочка, держись, братой! Стёпочка! Стёпа, ты живой? Стёпочка, что? Что случилось, Стёпа? Что случилось? Стёпа, ты живой? Живой! Что происходит, Стёпа? Что происходит? Паразитка такая, Стёпа. Спокойно, Степа. Спокойно. Степа, возьми себя в руки. Спокойно? Сядь, спокойно. Спокойно, да? Стёпа, тихо. Всё, спокойно. Я прихожу домой с работы, я прихожу, и что? Что? Что я вижу? Ты посмотри, что она мне написала. Ты посмотри. Да. Посмотри, ушла. Ушла к Сидорову, она ушла. К Сидорову ушла. Убью их обоих. Паразитка. Ушла? Книга. Стёпочка, ух, не могу. Стёпа, тебе не ушла нужна, она. Не нужна эта книжка. Ушла она. Кому она ушла? Ты его видел, нет? Вот этого ублюдка, ты видел, нет? Сидорова вообще не человек. Сволочь она. Сидорова, это не человек. Ушла она, ублюдка. Тихо, стоп, отдай лучше мне и бей. Все в порядке. Стёпа! Стёпа, тихо, разди себя в руки! Все, Стёпа, все нормально. Стёпа. Ушла она к Сидорову. Стёпа, будет третья империалистическая. Ай. Стёпа, смотри. Что здесь написано, Стёпа? Ты что, не видел, что написано? Ушла к Сидорову. Что тут написано? Написано. Стёпа, смотри сюда. Ё-моё. Господи боже мой, товарищ, много курите в последнее время. А врачи говорят, что курение опасно для здоровья, господи. Да, врут все твои врачи. Да вот, господи, оказывается, не врут, господи. Доктор, со мной происходит что-то странное, что-то странное, что-то странное, что-то странное. Спасибо. Все, что я не делаю, я повторяю по 10 раз, по 10 раз, по 10 раз, по 10 раз. Спасибо. Но жена очень довольна, очень довольна, очень довольна, очень довольна. Дай закурить, а? Закурить дай. Так ты же уже сегодня курил, господи. Прости, дружище, я даже не покупал. Вообще не тянет с утра самого. Ну тогда давай по пивку после работы. Да нет, спасибо, не хочу я пива, я его видеть не могу, господи. Ты что, заболел, что ли? Да почему заболел? Отлично себя чувствую с самого утра. Вчера вечер культурно провел, господи, жена в кино водила. Что за кино? Да я не помню, там мужик какой-то перед сеансом выступал, господи, я заснул. Ты вчера не в «Спутнике» был? Да, в «Спутнике», конечно. Ну, твоя жена дает, знаю я это кино. Там на афише так и написано, избавлю от алкоголизма и табакокурения всего за один сеанс. Кино. Кино.
Алло, алло, Аня! Аня, позвони, 3730. Алло, Аня! Hello. Говорит президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон. Мне нужен Борис Николаевич Ельцин. Клинтон? Вы не туда попали! А кто это говорит? А господи, этот самый, Саддам Хусейн говорит, господи. Как это, Саддам Хусейн? Я же вас разбомбил. Господи, вам же сказали, а вы не туда попали. Замечательные люди, господи. Жизнь замечательных людей. В жизни великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева были периоды, когда он систематически занимался исключительно химией. Кто там? Кто там? Его жену, естественно, это не удовлетворяло. Кто там? Кто там? Это ты, дорогая? Боже мой, сколько раз я тебя просил, ну не мешай ты мне, когда я ставлю эксперименты, ну. Эксперимент? Я посмотрю, что ты тут химичишь. Наука химичит. И чем ты тут занимаешься по ночам? Химия. Химия. Это химия. И я ею занимаюсь периодически. Химия? А это... Это что? Что это? Вот это! Вот это! Вот это! Как это называется? Ну я же сказал, это называется химия. Повезло вчера моим соседям снизу. Они только ремонт закончили, а мы их вот точно вот так зарыли, вот точно так. Да, господи, да почему же им повезло-то? Почему? Потому что они себе купили потрясающие натяжные потолки. Вся вода осталась внутри, и ни капли не протекло, ни капли, представляешь? Господи, ни капли. Господи, боже мой, да куда же они воду-то девали? Никуда, они ее себе оставили, на всякий пожарный... Алло, реклама, алло, алло, реклама, алло. Прости, дружище, тут у меня интервью берут. Любите ли вы Россию? Люблю ли я Россию? Это что, типа вопрос такой? Знаешь, брат, во-первых, хватит нас делить на там, новых русских, старых русских. Сейчас главное, что русские, понимаешь? А Россию я люблю. Я очень люблю Россию. Если надо, я жизнь отдам за Россию. Вот такая у меня типа любовь. А налоги вы платите? А я вообще любовь за деньги не признаю. Вот так. Халтурка. Да что ты, господи, в краску меня вгоняешь. Сигнализацию вот переделываю для картинной галереи. Господи, лично директор галереи заказывал. И сколько обещал? Ну, господи, сказал, если сработает, заплатит 100 рублей. Да ну. А если не сработает, 100 тысяч. Да ну, господи. Вернисаж. Ну, кто у нас сегодня оперируется? А то у меня руки так и чешутся, ножик так и точится. Шучу, шучу. Тебя как звать? Прасковья. Прасковья. Прасковья у нас идет на операцию первая. На операцию идет, с операцией несут. Шучу, шучу. Тебя как звать? Лизавета. Лизавета. Лизавета у нас будет оперироваться второй. Вырежем мы тебе желчный. Аппендицит. И аппендицит. Господи, спаси и пронеси. Шучу. Господи, спаси и пронеси. Господи, и жизнь и надежда. Ну, а тебя как звать? Надежда меня зовут. Надежда? Надежда. Мы тебя сегодня оперировать не будем, Надежда. Господи, живи, пока. Художник Кесарев. Надежда... Умирает последний. Господи. Отверточку. Угу. Пинцет. Угу. Паяльник. Угу. А теперь, господи, боже мой, зажим. Какой зажим? Слушай, что ты себе хирургом устроишь? А что, господи, боже мой, я, между прочим, учился на фельдшера. Отчислили за неуспеваемость. За неуспеваемость? Да, господи боже мой, не успел больному кислород подключить. Ужас! Ужас! Германия, наши дни.
Дедушка, смотри, что я нашел на чердаке. О, боже мой. Это же та самая рация, которую так долго искал твой дядя Фридрих во время войны. А почему он искал рацию, дедушка? Он что, был русским шпионом? Нет. Что ты? Твой дядя был честным человеком. Он работал в гестапо. А вот твоя тетя Эльза была русским шпионом. И что она делала? О, Господи! После ее сеансов связи всегда начинались налеты русской авиации. Эти жуткие бомбежки. Ты не представляешь, какой это был ужас. Но, слава Богу, теперь их никто не боится, этих русских. Спасибо Горбачеву. Теперь они вот у нас где. Интересная штука, дедушка. Смотри, она работает. Телефон – штука очень коварная. Например, вы думаете, что вы попали в квартиру и разговариваете с чьей-то женой или девушкой, а на самом деле вы попали прямо в нашу передачу. Извините, приятного аппетита. Вы не могли бы позвать Вику? Я просто номер наберу, а у нее муж, просто он меня по голосу знает. Просто скажите, что с работы там, как вас зовут, и все. Да. Хорошо? Да. Спасибо. Сейчас. Вы ешьте, я сейчас могу. Вику позовите, пожалуйста. Кого? Вику позовите, пожалуйста. А кто звонит? С работы. С работы? Да. С какой работы? Она никогда не работала в жизни. Кто это говорит? С какой работы она никогда не работала? Алло. Да шутим. С лаборатории. А, с лаборатории. Я сейчас вычислю по определителю, с какой столовки вы звоните. Приду и перестреляю всех с лаборатории. Юль, привет. Привет. Это я. Хорошо. Слушай, я это самое, в отделение забрали меня за пьянку. Угу. Ну, я еще, наверное, ну, сейчас я тебе дам капитана, хорошо? Капитана чего? Милиции? Да, ну, давай. Да. Алло. Покажите, чтобы в милиции вы капитана меня забрали. Алло. За пьянку. Алло. Я слушаю. Что случилось? Я слушаю. Ну, забрали вашего человечка. Человечка? Это мой муж. Как мой муж? Это мой муж. За пьянку вы взяли. За пьянку? Да. А тебя не Саша зовут случайно? Милиционер. Меня? Да. Леша. Что вы с ним сделали? Алло. Вы все будете ему? Жена. Так. Как ваша фамилия? Моя фамилия Стоянова. А ты кто? Абрасимов. Абрасимов? Да. Ты кто такой? А кто? Да я милиция. А у капитана сколько звездочек на погонах? Да у меня, чего? Сколько у тебя звездочек на погонах, капитан? Чего не веришься? А кто сейчас министр внутренних дел? Сейчас я нету пока. Он выходной, его нету сейчас. Кто это? Сержант милиции. Какой милиции? Где мой муж? В 49-м был. Что в 49-м? Ну, за пьянку. За пьянку? Да, пару суток подержим. А вы кто? Сержант. А почему голос пьяный? Вы что, там все пьете, вытрезвитель? Послушайте, через двое суток, до выяснения обстоятельств. Каких обстоятельств, что он натворил? Это тут не телефонный разговор. Как-то не телефонный. Говорите мне, я жена, я все должна знать. Под датой, до выяснения обстоятельств. Алло. Зовите Юлю. А кто это звонит? А? Кто говорит? Знакомый. Знакомый? Да. Ты чё, брат, какие знакомые у моей жены? Ну, все, я понял. Нет, чё ты понял? Ты скажи, как тебя зовут-то? Ну, ладно, извини, конечно, меня, ладно. За что я тебя должен извинять? Ты ничего не сделал. Я просто тебя спрашиваю, как тебя зовут.
Ага. Ну, Андрей мне, допустим, зовут. Андрей, да? Андрей, гоняй воробей. У меня станция есть. Я сейчас отсканирую, Андрюша, откуда ты звонишь. Угу. Коля, откуда звонок идет? Спарголова? Что это за столовка, да? Из столовки? Давайте, ребята, на джипе быстро туда, в столовку выезжайте. Серьезно, я говорю. Чок. Ну, так что он за счет идет. Как за счет? Из парковой столовки. И что сказал? Ну, что, сейчас, давай, ребята, выйдет. Я убирать. А что он за? Ткунул? Он же вас не знает? Да, но у тебя тоже счет. Нет, вот побольше бы, побольше. Есть такие еще. Ну, я не знаю, ну есть еще какие-нибудь? Да вы мне сразу скажите, какой у вас номер? Номер? Девятьсот тридцать три, 16, 55.